пятницу в Самарской области малооблачно, без осадков, 22-25, тепла днем, ночью 15-17, выше 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 25, ночью плюс 18, западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 17 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 24 днем, ночью плюс 15 градусов, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, температура воды в реке Волга 16,9, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.